Исландия в ожидании извержения вулкана. Население города Гриндавик эвакуировано с субботы, а на улицах города появились огромные трещины. Те, кто был вынужден покинуть свои дома, обеспокоены последствиями извержения, хотя для Исландии это обычное явление. Гражданка Молдовы, находящаяся неподалеку от пострадавшего района, рассказала, что там сейчас происходит. De unde mă aflu eu până în Grindavik, pe linie dreaptă, sunt mai puțin de 30 de kilometri. Se presupune că urmează să fie una dintre ерупциле, уникальная ерупция девастаторе дин ультими 50 де ани. По словам Анастасии, местность, где может произойти извержение, сейчас оцеплена. Более 3000 человек эвакуировали рано утром в субботу. Людям, чьи дома находятся чуть дальше от опасной зоны, разрешили ненадолго вернуться домой. Они обнаружили разрушения в результате многочисленных подземных толчков. Здесь очень интенсивная вулканическая активность, поэтому нам пришлось принять меры и эвакуировать весь город. В Гриндавике проживает 3800 человек, и сейчас здесь никого нет. Люди говорят, что опасаются последующей ситуации. Извержение еще не началось. Последние 4 дня я плохо сплю, волнуюсь, постоянно читаю новости. Жду извержения вулкана, но все же надеюсь, что этого не произойдет. Вчера я ждала на другой стороне 5 часов, чтобы пойти домой и забрать кое-какие вещи. Что касается города, то он выглядит ужасно. Лава под нашим домом, поэтому мы не знаем, вернемся ли мы еще сюда. Люди, которые были вынуждены покинуть дома, очень переживают. Мы помогаем и будем помогать, чем сможем. Но надо понимать, что это местное явление. В целом, остров в безопасности. Всего в Исландии 33 активных горно-вулканических системы. Власти объявили ЧП и организовали убежища и центры помощи в нескольких городах вблизи пострадавшего района.